Чтобы немножечко рассказать, я сейчас нахожусь на единственном в наших краях ледовом стадионе, аэропорту под названием Alton Bay. Это летом это seaplane, то есть морский самолетик, аэропорт для морских самолетиков, а зимой он замерзает и позволяет садиться нашим простым самолетиком гражданской авиации просто на лед. Полоса 2700 футов длиной. Я приземлился первый. Сейчас вроде бы налетело ребят с разных концов. Вот они уже идут завтракать. Я позавтракал. Ну что это озеро. Рыбалка, катание на лыжах, на сноумобильчиках. Завтраки, ужины, обеды, всякая развлекалочка. В общем, получается интересно. Начинается сезон, только-только открылся, они открылись в прошлую субботу, то есть позавчера, в четверг. Это я снимаю в субботу. Сегодня суббота, 2 февраля.